Всем привет! Продолжаем выживать Fallout Shelter. Что у нас? У нас все хорошо. О, видите, научились. Чему-то научились. Немножко. Притащили ночью пару ланчбоксов. Наши сталкеры. Ну вот. Я считаю, это хорошо. Вернее, ланчбокс и переноску. Так. Вызволение роботов. Что это за ерунда? Давайте глянем описание квеста. Идите коробку с мистером-помощником. Блин, да нахер она нужна? У нас он уже один лежит. Не знаю, что с ним делать. Все этажи заняты роботами. Ладно, пойдемте. Будет у нас еще один робот. А что делать? На безрыбье и рыбак рыба. Квесты-то выполнять надо. Нет ланчбокса, будем роботов собирать. Может, найдем, как продать потом. Может, каких-то там денег дадут. Хотя зачем нам деньги? Деньги у нас миллионами выкидываем. Вот. Лучше, чтобы нам тогда бутылки с ядерколой дали. Хотя они нам тоже особо не нужны. Нам тут в этой игре вообще уже особо ничего не надо. То единственное, что хотелось бы открыть золотых персонажей побольше, а лучше всех. А все остальное как-то ни о чем. Что еще? А, единственное, что у нас еще недооткрыто, это столовка института. У нас тема не открыта. Это да. Да что ж такое? Что так долго валить? Да, пошли вниз. Я знаю, я люблю сразу в подвал зачищать. Зачистим тут всех. О, наши любимые окна в подвале, разбитые наружу. Интересно, что из такого окна наружу из подвала видно. Ниже ватерлинии. А, прикольно. Смотрите, ландшафт с этой стороны. Да, то есть ряд зданий, вот оно. Теперь ландшафт с этой стороны. Пустота и да. Странно как-то. Для городской... Нетипично для городской застройки, скажем так. Мягко говоря. Нам понадобятся новые склады, это точно. Ой, тараканчики. Какие тараканчики? Ой, ёшкин матрёшкин. Блин, я ж забыл включить микрофон. Переключить.
Вчера с друзьями в танки гонял. И со студийного этого, господи, Самсона Метеора включил микрофон на наушниках. И сейчас по нему говорю. Ну, я надеюсь, что звук вообще записался. Вот. Меня гложет такая надежда. Потому что я так чувствую, может еще и не записаться. А если записался, то я надеюсь, что он хоть как-то более-менее вменяемый, приличный. Потому что, конечно, качество микрофонов должно быть немножечко отличаться. Я так подозреваю. Надеюсь, звук пишется. Если звук пишется, если вы меня слышите, помашите мне ручкой. Ай, ёп. Она мама. И такой же ее папа. Как я мог так с микрофоном? Вот же ж. Ё-моё. Пошли вверх зачищать. Жесть будет, если звук вообще не запишется. Будет серия без звука тогда. В тишине все ходят. Таким уж тогда же лучше будет. Посмотрим по количеству просмотров. Давайте их уже доедать. Ну что так долго они все тут? Как-то все так вот не оптимизировано долго. Давай уже помирай. Чупакабра. Дед, давайте кто? Робот, бобот, давайте его сюда. Последний счастливец остался. О, все, получили бобота. Робот, бобот, барабек. Домой. Микрофон, блин, за все цепляется. Помех сейчас, наверное, сколько будет. Всяких скрежетов, шкрябаний и прочего.
души. К бабушке в гости. О, это рождественское это задание. Чей это, че новогоднее уже? Я не знаю, какое оно. Новогоднее, наверное, да? Это рождественские, что кончились, которые с индейкой были. Спасти пропавших поселенцев, бабушки гости. Что тут, волк красной шапочки будет, что ж? Будем. Почему у тебя длинные зубы? Почему у тебя такие холодные губы? Почему у тебя такой длинный хвост? Это не хвост, сказал волк и густо покраснел. А, да, дизайн новый прикольный. С летающими мышами, с мошкарой. Такой вот. Стилевый, занятный. Смогли сделать красиво. Не устану повторять, смогли. Стороны, откуда в каменных пещерах эти крадокрысы, как они тут под себе роют в камни. Понятно, когда в мягком грунте. Почве. А тут такая. Ну да ладно. Что-то мне моя ящик. Давайте дальше. Что большое подземелье. Поселенцев. Поселенцы, давайте, выходите. Не тяните кота за вымя. Длинный ящик. Что, я все равно вас всех спасу. Так что лучше не пререкаться. Как в этом, в новых Звездных войнах в это. Изгой один. Вас спасают. Добрый день. Просьба не сопротивляться. Робот там мочил корки. О, мы шли к бабушке, но позже немного заблудились. Хуже того, запах тыквенного пирога, который мы несли, привлек всех монстров пустоши. Пожалуйста, возьмите эти крышки, пусть хотя бы так мы вас обладарим. Или, может, вы хотите взять этот ланчбокс? Нахер нам крышки? Ланчбокс это прекрасно. Спасибо. Вот, держите. Надеюсь, найти что-то хорошее. Да, завтрак твой. Пошли домой. Домой, домой, ланчбокс притащим. Что грузится долго? Кошмар. Так, и третье задание. О, проверка экспериментов Волтек. Ой, пойдемте дойдем, наверное. Сделаем уже все задания, выполним. Раз уж все равно здесь. Уже добьем их, так сказать. Что тут у нас? С жителями других убежищ поговорить. Разные туда. Заскоки у всех.
Пошли узнавать, что у этих. О, это шпионы, да, покажется. По-моему, на телефоне я проходил такое. К нам проник враг. Вы не получите наши тайны, наши драгоценные, драгоценные тайны. Не волнуйтесь, мы сохраним ваши тайны. Мы ведь даже сюда не приходили. Отлично, возьмите этот чемоданчик и запомните, вы это знаете. Да, две бутылки, это чемоданчик. Отлично. Отлично, отлично. Чемоданчик из бутылок. Возьмите чемоданчики, бутылки вывалились, блядь, смешно. О, еще. Шпионники, это все, что мы умеем, то, ради чего мы живем. Рассказывайте о своем убежище, а то хуже будет. Да, конечно, мы вам все расскажем. Приходите к нам. Великолепно, теперь вы наши двойные агенты. Это точно. Приходите к нам в гости. У нас там таких полно, как мы. Ассимилируют вас быстренько. И у вас крепкие тараканы. Идите к нам, у нас попроще. Будем посмотреть. Пошли дальше. Давайте уже кончайтесь. Что не крепкие? Как какие-то когти смерти прямо. Ну все еще не так плохо. Ну блин, давай уже. Фрагмент. Так. Привет, житель убежища. Смотрите, главный шпион это убежище. У нас специализация тайны. Но мы раз отдадим вам что-нибудь материальное. Что вы отдать вам дорогу? Ланчбокс. Оружие, шмотки, крышки, хлам. Да нихера нам не надо. Что ты нужно? Шпионские костюмы. Давай. Вот наша форма, здесь себе один комплект. Прикольно. Давайте нарядим. Ага, ну как говно. Ага, так точно. Тайный агент. Ну хорошо. Дойдем уже до конца. Забавно. Как-то так. Как-нибудь так. В общем-то, на этом пока что все. Сейчас откроем ланчбокс с переноской. Там, если мне не изменяет склероз, ланчбокс с переноской принесли. Вот. Животинку какую-то посмотрим. И может кого-то персонажа получим. Может быть. Так, все пошли домой. Дома все хорошо.
Да, ланчбокс и переноску. Давайте сразу ланчбокс. И, ну, золотой перс. Давайте, полковнику там. Хрен. Нам, вернее, всех. А, кошка на радиации. Спасибо. Ну, а вам всем спасибо за просмотр. До новых серий, до новых встреч. Пока-пока.